Здравствуйте, дорогие друзья, с вами доктор Труф, и мы продолжаем проходить замечательную игру Medieval 2 Total War, третья эпоха, МОС 1.7. И так ушки, и так, музыку на потише сделать. То есть, что я замахал. Так, музычка, давай, потом я заклеймит опять по полной. Вот так вот оставим. Ну что ж у нас тут? Вот такие сложные пирожули. Четыре недобитка. Ну вот этот еще свеженький добиток. Он не целый. Но он свежачок. Вот этот у меня, по-моему, получил. А, нет, это не получил. То, что те, кто получили, отошли сюда. Да, вот они. Веселая, конечно, битва была, как вы помните, прям. Я даже удивился, как это умудрились мы со своей компанией таки навалять им. Ну, блин, с другой стороны, конечно, все-таки нужна подмога. И подмога делается. Вот этих парней надо делать, но это для фронта Рохана. Кстати, для фронта Рохана у меня вроде как вот 2000 рублей есть. Давайте мы замутим-ка мы, пожалуй. Ой, хорошие бы мои. Может вас замутить? Вы дешевенькие. Вы дешевенькие. Два хода, вы издеваетесь, что ли? Так, просто урюки. Ну, хотя бы быстро делаетесь, в принципе, с другой стороны. Да, пора переходить вот с копейщики, значит. И вот вы, вот на вас переходить пора. Вы дешевые, реально. Вот эти парни стоят 232 копейщики, эти 288. А защита прям вот хорошо. Здесь у нас защита еще лучше, но... Да, вот на вас переходим. Вы, правда, строитесь долго, но... Зато быстро. Нет, лучше нуминорцы, конечно, надо. 17 ходов, но нуминорцы крутые. И еще денежки есть. Еще денежки есть. Например, на каких-нибудь балбесов вот здесь вот, да? Никаких балбесов. Копейщики только есть. Ё-моё, мне же мясо. Мясо нужно мне срочным образом. Какое-нибудь недорогое... Недорогое вяленое мясо. Тут у меня мало. Давайте вот здесь вот вас сделаем, наверное. Нет. В Клеймчеде. Блин, больше не могу. Или лучше, что они в Клеймчеде, а в Бородуре. В Долгундуре. В Долгундуре у нас что? В Долгундуре у нас катапульта. А это мне, собственно, зачем? Только если для них... Да лучники эти, я не знаю. Блин, вообще так не хватает. Блин, короче, пора уже, конечно, брать вот эту крепость и развивать ее. Да, ну, может, Флоремба ей и займется. Когда придет. Орки-громилы. Угу. Они отстой, конечно. Не прям вот, прям отстой, отстой, веща отстоев. Ну, ладно. Зато дешевые. Так, и надо вот, пожалуй, вот тут вот. А, здесь уже строится у меня чувак. Здесь, по-моему, здесь тоже строится. Аж два. Здесь нету никого. Здесь, наверное, нет. Да, уже тоже строится. Везде, короче, у меня строится куча народу. Тут, кстати, кто-то есть. Во! Во-во-во-во. Вот что нужно сделать. Так, выводим сюда для начала. И надо сделать... Блин, не хватает ротации, конечно. Вот так вот. Ё-моё. Так тогда что? Наверное, да. Вот так вот надо делать. Главное, чтобы если осадит... Ладно, если он осадит, я его отжарю. Эти парни отступят сейчас. Ну и хорошо. Здесь у нас все закончили. Тут Заика стоит, все ждет. Ждет Заика опять. Заика в ожидании. Что-то у меня все время... Ну, я не хочу сюда суваться. Слишком много. Куча осадных орудий. Я лучше их разобью когда-нибудь. Ну, не знаю. Этот хер сюда должен прийти куда-нибудь. Или куда-нибудь сюда, чтобы можно было его зажать. Не, они вдвоем, мне это не интересно. Так, Флоремба бежит. Хорошо. Ну, все. Так. Север. Забыли всем про север. Так, на севере здесь я забрал этот Эрин Тхален. Я его забрал. Блин,
Локхаи все дрифтуют, со мной дрифтуют. Все никак дойти не могут. Дрифтят, дрифтят мои дрифтялы. Так, ну что ж. В принципе, с этой тусой... Ну, вот это я понятно, что захвачу очень быстро и... Быстро и стремительно. Мне, конечно, надо вот сюда идти. Здесь всего три товарища. Если у них здесь пачка, я не знаю. Блин, шпион не видит ни хрена. Вот, может, здесь что-то ходит. Но... Во, кстати. Собственно, вот это мы и можем узнать. Опа. Братюня, здорово. Обойди. Ну и, собственно, ага. Ну вот, собственно, вот как-то так. Как-то так. Значит, здесь туса. Такая маленькая туса Джуса. И здесь туса Джуса. Ясненько. Если у них большая пачка, я не знаю, но это и не суть важно. Сейчас мы оставим вот этого парнягу здесь. На всякий случай. Мы оставим парнягу. Ты справляйся как-нибудь, дорогой Уктак. Блин, мои локхай вообще. Мои локхай вообще придут куда-нибудь, когда-нибудь. А, где бы мне поставить? Вот здесь. Вот здесь мы поставим башенку. И денег. Денег есть у нас, да. Денег есть, вот и, собственно, хорошо. Так, вы хоть дойдете, нет? Твою мать, они даже на следующем ходу не дойдут. У локхай, я не знаю, ну реально, ну купите велосипед, не знаю, конечно. Сядьте тут на каких-нибудь паучков в лесу. Доедьте побыстрее. Я же вас жду. Вот мой героический... Героическая Оля Котова, значит, да. Героическая Оля Котова. А это у меня совесть, да? Это совесть. И Олечка Котова получила очень знатных пиздюляшечек от Леголасика. То есть ее потрепала. Но теперь у нас есть Тральчамба, в принципе. И еще дополнительный... Здесь на укрепленнице. Так, неплохой, неплохой такая группа. Так, а вы, собственно, куда бежите? Вам надо, наверное, скорее все-таки... Нет, надо туда, конечно. Надо наверх идти. Надо здесь, конечно, заканчивать. Бегите, бегите, друзья. Тут все ясно. Тут все ясно. Здесь все тихо. Изенгард может немножко расслабиться. Ну, как бы расслабиться. Вот это вот захватывай, Изенгард, давай. Вот это вот давай, отбивай. Так, штыкотык, штыкотык, штыкотык. Идем сюда, естественно. Потом, видимо, после этого, наверное, пойдем либо сюда. С штыкотыком. Кстати, надо подгонять уже подкрепленница, я думаю, да? Вот так вот. И тянуть это в эту сторону. Бля, лучше вот так. Или нет, или вот так, или вот так. Или не суть. Или не суть. Ух ты, блин, у нас еще есть денег немножко, представляете? Это же здорово. Давайте. Катапультяу. Катапультяу, на, по-моему, Заики, да? Да, Заики однозначно. Хотя есть катапульта тролли. А что штыкотыка? Штыкотыку нужно. Конечно, штыкотыку прям категорически нужно катапульту. Ее нету. Все. О, Бородур. Здесь, да, Олокхай тролль. Прям тяжелая гвардия здесь делается. И, сука, Дейл. Ну что, надо сейчас понять, что в этом, на этом ходу надо что-то сделать с Дейлом. Например, мне вот не нравится вот этот парень. Прям категорически он мне не нравится. Да и вот этот, собственно, тоже. Здесь кавалерия. Ополчение. Да они говно. Просто, ну они реально, они говно. Все. И они сейчас получат у меня сразу. Блин, не получат. Как так? Ё-моё же, они же объединиться смогут. Твою мать. Надо было этого добивать. Ну ладно. Хрен с ним, погнали. 78-й ход. Так, губернатор, губернатор, побежали. Рохан, Рохан, ну давай, покажи, что ты будешь сейчас делать. Да все просто на... Все боятся Заику, вообще все, прям все. Там собираются все именно у крепости. У них здесь сбор, а может они... О! О! Есть! Еее, бэби, сейчас будет драчула. Или не будет? Не будет.
Ну, ладненько. Не будет. Я думал, будет. Блин, не успеет штык-атык зажать эту тему. Вот не успеет. Ё-моё. Перешел Рохан в наступление, да? То есть, видимо, рано я... Ну, да, конечно, соединяются. Естественно, блин. Естественно. Ну и что? И все. Так, этот ушел. До свидания. До свидания. Что? Так, ну конечно, блядь, ну куда же еще-то идти? Ну хуй с тобой. Возьмешь город да и насрать вообще. Прям вот насрать на сратушки. Атаки на кемп. Да, Флоремба, конечно, необходим. С одной армией там сильно-то не маневрируешь. Может быть, с ними мирный договор заключить на время? Сейчас мы попробуем. Если деньги будут у меня сейчас, попробуй с ними мирный договор с Дейлом. Не знаю, насколько он продлится, но, по крайней мере, это даст мне передышку перед тем, как я разобью полностью эльфов. И потяну Флорембу. Давай уже там что-нибудь. О! Ёпты, Лотлерин, конечно! Воюем со всем миром. Ай, начинается хардкор, война на четыре фронта. Это, конечно, тяжело будет справиться. Ну ладно, забрали так забрали, чё. Да, я уже знаю все, чё. Так, что мы сейчас здесь делаем? Что мы можем вот здесь вот сделать сейчас? Разрушить замок новобранцев? Да, ну а смысл? Нет, не буду я там и так такой. Так, у нас все, есть мясо. Мясо есть. Мясо есть, это хорошо. И это мясо, друзья мои, необходимо, естественно, все-таки здесь. На Северный фронт. Все на север, все для... Вот, блин, вот ты мой... Ну, а ты мой хорошенький. Давай, давай, Флорембучка. Флорембучка, давай, дорогой. Тебе идти еще раз, два, три. Через три хода только он здесь будет, поэтому придется здесь держать оборонку, как только можно. А потом... Кстати, катапульта для тебя тоже тут подходит. Хорошо. Да, двигаемся, двигаемся. Все смело туда, естественно. Вот это хорошо тоже. Идем, идем, идем. И здесь мясо готово. Замечательно. Ну... Да, выдвигайся, конечно. Здесь готово, здесь готово. Здесь вот сюда. Здесь... Ага, да, здесь сюда, конечно же. Даже я бы сказал, вот сюда можно. Вот эти запасики. Вот так вот, да. Вот все сюда, вот здесь вот. Так, ну что у нас получается, значит, вот эти парняги сейчас могут пойти сюда, чтобы отбивать Вулберг. Да, то есть по-хорошему мне надо, блин, конечно, с Флорембой сюда надо, блин, в тремя армиями. Возможно, я какого-то Назгула отсюда от штыка-тыка соединю, передам вот этим парням. Их немного, но они, наверное, все-таки будут в каком-то смысле в танке. Давай. Эть. Вот. Так, значит, что у нас тут? Разбивать кого-то херня. Здесь укрепляется. Они уже сюда сядут, я не успею их перехватить. Поэтому пойду в эту сторону. Да. О! Еще один хлопец сидит. Так, не то хотел сделать. Посмотреть, а можем ли, как мы сюда можем пройти? Здесь только один вход, что ли? А, нет, здесь тоже можно пройти, да. Матрика можно. Ну да, штыкотык, значит, здесь пока. Вот. Ну мы на мосту, блин. Не могу его атаковать. Если я его сейчас здесь атакую... Блин, тут три катапульты, охереть. Баллиста, твою мать, как... Давай, давай, все, делаем, делаем, дофига тебе, делаем. О, у меня 6000. Кстати,
Что мы хотели провернуть, да? Вариант. Большая лагерная стоянка. О, мы развились. Ну, аллилуйя. Пока оставим. На случай, если не выгорит с Дейлом, потратим деньги на дороги. Ну, давай, Дейл. Как насчет перемирия? Твердый отказ. А перемирие, например, сведения по карте и там, например, ну, выплату там, я не знаю, там, например, в... Там, ну, сука, там... 5000 рублей, пофиг вообще, насрать. Ну, понятно все. Ну, ладно. Придется держать три фронта. Goodbye, я скажу твоим яичкам, когда их отрежу, блядь. И скормлю своим этим Олокхаем, во. Они любят деликатес. Человеческие яйца под майонезом. Очень вкусное блюдо, кстати. Попробуйте как-нибудь. Так, здесь нет смысла пока ничего делать. Потому что на меня Харат пока... Блин, представляете, Харат еще объявит войну. Это же, блядь, все, мне хана вообще. Ну, как бы не то, чтобы мне хана. Мне придется сворачивать свою экспансию и уходить прям в доктрину обороны, прям пересаживаться. Все завоевания, считай, просто, как говорится, по боку-мобоку. Сколько у меня ходов-то осталось? Еще дофига ходов. Итакушки, итакушки. Да, подкрепление-то здесь жиденько идет. Дорог-то нету, блин. Дорог нет. Вот надо бы вот им дать по письке. Так, где тут? Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Нет? Нету, никого не вижу. Ну ладно. А вот здесь. Сразу смотрим, сразу. Харияп. Нету никого. Хорошо. Ага, ну и все. Ну и все. Так. Эть! Давайте, дрифтуйте дальше, блядь. Конечно. Так, 3000 рублей осталось. Хорошо. Итоги хода. Ну, нормально, в принципе. Да я знаю, ребят, я знаю. И сейчас они возьмут, скорее всего, мою крепость эту. Тут один-то, блядь, орки-налетчики, и то не полные, почиканные. Да им жопа, конечно. Я жестоко отомщу, ребят, честно. Вот я за такие вот приколы, я вот... Дам по заднице вот точно. Ну что, давайте. Давайте Дейлу, значит. По шарику дадим немножко. Тут их немного. Кавалерия, херня, все. Сносим нахер. Ночное. Ночное, конечно. Сейчас желательно вообще порубить на такую кусямбу, чтобы вы... Ах, я зол на Дейл, как я зол. Высокомерный бурундук Дейл. Надо же быть таким наглым ублюдком, да? Ребят, ну вот серьезно, это как-то ну, совсем вообще тварюга. Ну ладно, у меня здесь опять дождь. Здравствуй, Питер, блядь. Так, у нас, значит, здесь что? Правильно. Есть катапультяу, есть еще и баллисты. То есть достанется прям вот нормальненько достанется. А у них... А у них, по-моему, там ничего такого нету. Блядь, надо, конечно, расставить все хорошо. Так, мы поставим это сюда. Вот так вот, да. Где катапульта? Вот она. Катапульты тролли. Блин, какие они, сука, эпичные. Так, не, ребята, давайте вот, чтобы в лес, не из леса. Из леса стрелять, так из леса. Вот так вот. А ребята, чуть-чуть вот сюда вот повыше встанем, да? Сзади нас будут что, правильно? Ну, лучнички, это мы их в отдельную касту перенесем. Убегать не надо. У нас будет отрядик номер 3 вообще просто. Да? Вот так вот. Вот тихонечко вот тут вот выстоите, да? Все, стоят, все хорошо. И группу, так сказать... Да, 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 конечно. Прямая группа. Просто один ряд. Нормальный такой, да. Группа номер 1. Тоже вот так вот. Замечательно. И вам надо, конечно, где-то вот здесь встать. Чтобы быстренько встать перед... противничком. Вот перед этим. Какие очаровашки, да? Интересно, а как они катапульты управляются? Они же, по идее, тупые дебилы, нет?
Хотя, с другой стороны, вот эти прям вообще просто эталон сообразительности. Обладатели вообще хрустальные совы. Так, секретная моя супервепон здесь оставим. Супервепон вместе с назгулами. Назгулы тоже с этой стороны пойдут. Так, мясо. Мясо вот тут пока оставим, да, я думаю. И вот это вот, да, все, мясо спокойно вот здесь вот. Чуть-чуть сзади встанет. Баллиста. Ага, забыли еще одну тему. Ну, как бы, типа, все. Где они? Они вот здесь, да, на бугорочке. Ну, хорошо. Сейчас надо, чтобы вот как-то вот так вот перекрыть бугорочку. Нет, даже подальше немножко сделаю. Вот так вот. Чтобы неповадно было всяким коняшкам бегать. Вот так вот. Только бегом. И стоим. Так, мы здесь выставляемся. Так, поехали. Мы вот здесь выставляемся вот так. Так, лучнички. Лучнички, лучнички. Да их вообще широко можно развернуть. Прям по ширине их оркской души. Вот так вот. Да, блин, давай уже, блин, дальше. Да, дальше уже и не надо. Вот так вот. Вот, вот, хорошо. Бежим. Бежим. Собственно, мистер Назгул. Вот сюда, да. Мистер Тролль. Тоже сюда. Кстати, трольчаги, они хороши против кавалерии, по-моему, нет? Нет. И это я не понимаю, почему. Потому что они... По идее, они, ну, там, в фильме, по крайней мере, там, трольчаги с кавалеристами прям очень хорошо работали. Или нет. Или это слоны там. Нет, слоны-то понятно, они их рвали там на кусямбы. Вот про трольчаг не помню. Так вот раздвигайтесь, да, давайте вот сюда вот, ребят. Так, выстраиваемся вот так, значит, тяжелая. Ну, как тяжелая? Вот здесь вот. По флангу, на всякий случай. Если что, на кавалерию нападем. А, вот. Ну, пока по центру останетесь. Вот эти парни с другого фланга пойдут. Держать, на всякий случай. Резерв. Резерв сюда. Так, коняшки побыстрее. Тральчаги тоже прибавьте ходу. Все. Давайте. Они пока стоят. Они стоят. И... Понеслась. Давайте. В принципе, я думаю, можно. Мои уже выстроиться. Блять, они пошли. Блин, не успели. Ну ладно. Не успели до конца выстроиться все. Есть, зарядили, нет? Доехали. Стреляем. Хорош. Е, бэби. Давай. Хорош. Правда, тут кого тут? Что тут, блядь? Надо, конечно, парень, тут есть вот кавалерия Дейла, ну не то немного. Вот куда-то сюда надо, блядь. По кавалеристам, они поопаснее будут. Попробуешь? Жвах. Давай, ну. Ну попади, ну да, где выстрел-то, блядь, ребята? Да что ж такое-то? Куда там, блядь, я ж сюда метил. Ё-моё, куда вы? Ну вот хоть один этот снаряд, ну, мне в жихло пришел. Замечательно. Прям вообще никуда. А, не, ух ты, ёперный театр. Ух ты ж, бля, как он его, а? Хорошо. Так, все, приготовились. А, группа специалистов по задницам. Давайте вот сюда вот. По ударам задницы. Приготовились. Так, что так медленно идем-то, ребят? Нам все уже бегут. Вот так они идут, понимаешь? Не, у них, конечно, понятно, что это без шансов вообще. И расслабьтесь, прирасслабьтесь. Вай. Так, есть кавалерия. Конечно, в центр, естественно, она будет бить. Ой. Кавалерия Йоминов Дейла. Ну, сейчас эти Йомины... Так, что у нас тут? Речная стража.
Надо ударить, конечно, по кому-то. Блять. Ну держитесь, парни, держитесь! Держите чардж. Блять, сказал же держать-то твою мать, а? Стоим. Хорош. Все, все, все. Они сосут. Естественно, они сосут. Они видалы все. Давай сюда атаку. Пошел. Не знаю зачем, но, наверное, надо. По кочкам. Нормально? Нормально прошли. И... Ну, хотя, кстати, сейчас неплохо будет. Прям, мы атакуем. А нет, нифига вы не атакуете. Вы бежите. Вы бежите домой. Просто там никого вообще. Всех отжарить. Ёб твою мать. Мистеры тролли, устройте им. Домой, 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 давай, 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 сюда, 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 быстрее. Трольчаги неожиданно. Блядь, трольчага сдох с удара. Твою мать. Это я не подумал. Только быстрее. Все остальные-то плевать, там все хорошо. Так, стоп, 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 стоп. Стоп, что вот это здесь у нас такое? Ополчение Дейла, хорошо. Здесь стреляют. Здесь у меня все перекрыто. Да, как бы... А есть ли смысл? Мне кажется, пора уже всем в атаку идти. В жестокую. Снимать, наверное, все-таки идти в атаку и жарить их, потому что... Потому что чем они сейчас быстро все... Нет смысла стоять в дефенсе. Серьезно. Так. По ополчению Дейла, значит. Так. Кавалерия Йоминов. Там что-то они хотят, да? Речная стража. Тоже речная стража. Так. Дальше. Вот эти парняги. По бегущим, отстающим. Серьезные орки. На кавалерию мы не сунемся, конечно. А вот речной страже можно преподать, да? Здесь у меня все хорошо. Кто у меня еще остался? Вот эти парня. Вот этих парней надо отсылать прям вот на кавалеристов, конечно, да. Да и как и этих тоже, блин. Кто у нас еще стоит? А у нас стоит вот этот маленький жалкий отрядик. Стрелки, вот стрелки еще, да? Вот на этих. Все. Естественно, все пойдут сейчас в атаку у нас. Мне кажется, это правильно. Сейчас все равно все побегут. Надо это дело добивать. Давай, 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 давай. И крикануть. Все. Пусть обосрутся. Они обосрались. Хорош. Только теперь тролли вот сюда вот давать. На ополчение. На ополчение, конечно. А мы вот за этим. Мы за этими, да. Я бы даже сказал нет. Я бы даже сказал мы вот сюда вот. Так, только, сука, не пешком, пожалуйста. Я вас очень прошу. Все, сейчас они бегут там. Все, эти, вот, все, трольчаги. Все, 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 хорош. Хорош, хорош, давайте. Вот, коняшки там, попали коняшки. Где они? Вот, все, 48. Есть. Что вы, блядь, делаете? Не надо стрелять. Все, заканчивайте, ребят. Заканчивайте. Ща, по-моему, так неплохо приложилось. И вот... Ай. Спасибо, блин. 162 человека осталось. Спасибо, блядь, большое. Опять я с катапульты затупил. Нет, Дейл это абсосники вообще просто дикие. Смотри-ка, сопротивляются еще. А, это мои. Это мои ребята. Хорош. Все, хорош, хорош. Никто не встал. Да что ж, почему 149-то уже, ёпта. Да, катапульта приложила вам нормально. Прям, ребят, прям простите. Давай, догоняй их. Чё там, кто-то еще что-то делает? Ты посмотри-ка. Где, 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 где? Кавалерия Йеменов, блядь. А так издалека не видно, что лучше уходить, нет? Ну, видимо, им нет. Давайте на них. Здесь... А, дерутся, кстати, с кем-то, да? С кем вы там деретесь-то хоть? Со своим эго они дерутся. Давайте тоже на этих.
Тут сейчас они на лучников придут. Твою мать, на лучников идут, сука! Сука! Маленькие ублюдки, приготовились. Понятно, что тут жопа, блядь. Хуй с ним. Давайте, быстро только, пожалуйста, блядь! Проебал момент, а. Ну куда вы уходите? Они еще и сразу, вот твари, вот пидоры, вот пидоры, вот пидоры, а. Хоть не сильно, по идее, нет? Что, что, что? Вон они. Давайте, давайте, давайте. Всех, вот каждого, каждого поймать и каждому отрезать пипиську. Давайте, каждому. Мне не нравится. Как у нас? Эти, блядь, на прогулке, что ли? За кем вы бежите-то уже, а? Все уже убежали. Генерал-то... А генерал-то толком и нету, в принципе. Давайте этих там хавайте. Так, есть кто здесь еще у меня из неприятностей? Кто-то, сука, смотри, возвращается прям что-то. Лесовики там. Лесовички, мужички. Так, одни бегут. У меня здесь два отряда, да? Один вот за этими, значит, побежит, а второй вот за этими, значит. Только быстрее, 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 ребят. Все, всех схавали, да? Хорошо. Зачинщиков теперь давайте схавайте, да. Да, хорошо. Вот, 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 все много. 91 речной стражи. Кому ничего не дать. Так, что за хуйня? Трольчаги, да? Что-то как-то трольчаги. Вы не то делаете, ребят. Блин, своих же, своих что ли? Я, кстати, вот, ребят, вот вам вопрос. Прям реально, прям вопрос. Вот мне интересно. А здесь есть вот эта вот система, что... 76, 38, 38. Так, давайте вот сюда вот. Секунду, мне звонят. Видимо, хотят ответить на вопрос по поводу Friendly Fire моих троллей. Нет, друзья, мне так и не сказали по поводу Friendly Fire. Тролли. Серьезно, вот напишите в комментах там, ребят, или ВКонтакте, там, не знаю, в общем. Накатайте мне такую интересную штуку. Вот они сейчас, я вот это просто не знаю, сейчас вот у меня почикались люди, и в этот момент тролли бежали через строй моих ребят. Они, серьезно, это Friendly Fire работает здесь такого плана? Неужели они своих случайно потопчат? Ну, вот как вариант, я же не знаю. Я, честно, что-то вроде такого не замечал раньше за ними, этой гадости. Этой. Давай, давай, жрайте всех, давайте, давайте. А почему никто не сломлен? Кто-то не сломлен, да? А, вот, значит, на марш у нас какое-то ополчение куда-то идет. Ну, на марш так на марше, бог с ним. Сейчас будьте на марше, давайте-ка вот сюда вот. И вот здесь вот мне не нравятся парни, которые потрясены. Вот мне надо их, по-моему, потрясти хорошенько. Так, что у нас тут? Почему расслабились? Все закончилось, да? Прям серьезно все закончилось? Так, а вот и нет, блядь. Ой. Кто там у нас еще встал-то? Все вроде, да? Вот убегают. Кто куда кого атакует? Я не понимаю. Вот их давайте хавать. Тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк. Все, поймали. Должны точно сдаться все. Смотри, не сдаются. Там какие-то еще отряды держатся. Держатся какие-то отряды. Все, мы молодцы. Все, молодцы. Сделали задачу. Догнали, нет? Трольчаги догнали, нет? Вот этих вот парней, они мне не нравятся. Где вы? Вот, все, теперь догнали. Да уже это не важно, уже все. Блять, опять! Вот сейчас посмотрим. Вот сейчас не уменьшается. Не уменьшается. Не знаю, может попал под какой-нибудь что-нибудь обстрел. Там, не знаю. Давай, лесовиков, да уйди ты, блять, уже от них все. Пусть они встанут куда-нибудь. Вот. А теперь давай.
Все, хана им, жопа им, жопа-жопошная, все. Тут еще какой-то отрядик у меня идет. А вот эти что-то отдохнувшие остались, блядь. Здесь как что-то идет. Смотри-ка, вот это вот, что это у нас такое тут? Что это за такие тут веселые ребята? Это прям на марше. Блядь, ко мне идут, да? А вот мы сейчас сделаем вот так вот. И вот так вот сделаем, да. Лесовички, блядь. Давайте их забросайте их говном всех. Все. Да нет уж, продолжим. Все, доели всех. Давай за ними. Так, теперь стоять. Не стрелять, не надо стрелять, не надо стрелять, стрелять не надо. Теперь можно даже побыстрее. Все. Последний отрядик бежит, бежит, бежит. Да, Дейл это обсосы вообще просто. Не знаю, что там у них написано, что у них хорошие стрелки, там какие-то крутые ребята они среди людей. По-моему, эти бурнучки просто ни о чем. Или просто у меня Назгул в армии, я не знаю. Дайте побыстрее, что ли, ё-моё. Где мои Назгулы-то, блядь? Где Назгулы, друзья? Я жду. Эть. Ну. Ать. И... Ням-н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 ям. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех. Куда ты бежишь, парень? Все. 147. Хороший результат. Правда, у меня подкрепления практически нет. Хотя как нет? Есть потихонечку, есть. Понятно, что свита. Стражи, вот, стражи понесла дофига. Они прям, по-моему, попали под своих же. Прям под своих же, прям под своих. Орки-налетчики, видимо, от чарджа. Просто орки. Да, стражи там попала жестко, конечно, под обстрел. Так, война с Дейлом все-таки продолжится. Ну, с другой стороны, как показала практика, не особо-то она и сильная. Ну, нет. Я... Оху-ху. Дубль 2, чё? Давай. Блин, да что ж такое-то? Не хватает писюнчика вообще. Писюнчика. Ой, да. Надоели эти звонки, честное слово. Всем же сказал, что сегодня у меня стрим будет. Все, чтобы не беспокоили меня, чтобы все шли нахер. Все равно что-то звонит постоянно. Вот, блядь, вот уж руководящие должности, это очень плохо. В каком-то смысле. Причем денег-то я зарабатываю совсем, на самом деле, не как руководитель. А, ни хрена. Так, ну что. Здесь мы сейчас сделаем все-таки наложки пониже, как вы заметили, да? То есть тут вот так вот. Я, действительно, я вот очкую, что какой-нибудь негодяй сюда придет и моего этого губернатора, да, немножко потрахает. А губернатор-то ничего такой, мудрец там прям, хороший. Хороший губернатор, не хочется его терять, но на крайняк, слушайте, перезапишемся, окей? Если что, я загружу, я не хочу его терять, этого губернатора, если что, я там, блядь, выведу его из города и пошли все в жопу. Здесь вот эту крепость я потеряю, да и гори она огнем. Сейчас Флоремба подойдет, со всеми разберется. Прям придет там своим огромным болтом, помашет, и все тут же разбегутся. Так, по идее, надо давать знатных вот этим вот ребятам, чтобы они не мешали мне к продвижению вот этому городу. Но вот вторая делегация куда-то, сука, сдриснула. Либо, а по-моему, она ушла сюда. Если она сюда ушла... Да, она, по-моему, ушла сюда. Все. Значит, можно смело идти на наступление. Наступлять на вот это вот. Трольчаги есть, подмога. Долго будет еще идти, блин, а. И вот город. Осталось раз, два. Два города, и вот, собственно. Ё-моё, лучники, стражи. Вот, и вот эти прям жесткие парни. А где, собственно, сам папа?
Вот это мне очень, сука, интересно. Где сам, собственно, Теодред, или как он там зовут его? Дреутет. Прикиньте, он такой с полным стеком такой ты-ди-ди нарисовался. Либо здесь там такой ты-ди-ди. Вот отсюда выходит такой. Всем наваляю. Так, это не получается, к сожалению. Так, Роханский фронт. Вот тут, блядь, ребят, вы встреча на Эльбе будете что-нибудь делать? Вот здесь понятно, мы соединяемся. Здесь сюда встали. Здесь, вот я не знаю, заикач. А есть ли смысл нападать на них? Куча катапульт. Кавалерия. Они могут пойти, например, куда вы можете пойти? Вот сюда, дальше можете пойти. Ну, пойдете вот сюда, например, придется заики на вас нападать, тогда ничего не поделаешь. А так пока сидим. Денег у меня 3000, а это значит, надо как-то усиляться. А усиляться, сука, некем. Тут строится, здесь. Давайте, поехали. Усиляемся. Еще монохронцы. Нормально. Так, здесь. Монохронцы, что делать? Плюс мясо. Здесь. Так, бородурчик. Давай мясо. Здесь построилось 370 рублей. Вот так вот. Вот так вот. А что это? А, мы туда идем, да. На Рохнинские дела. Почему-то. Вот их надо, твою мать, не хватает. Да, не хватает денежков немножко. Ну, что делать? Делать нечего. Делать нечего, да. Так, ну что, наверное, давайте попробуем. Ё-моё, здесь этот самый полководец. Попробовать пожахать в эту тусовку сразу, да, сходу. Не дожидаясь. У меня есть катапульта, но одна. Или со следующего входа. Давайте со следующего входа. У меня будет 3 как минимум обход. Здесь, правда, есть полководец, с ним будет тяжело. Ну, он не такой крутой, как Леголас, но все равно. 2 лучника есть. Здесь еще, блин, сука, скрипт будет 100 пудов. Гарнизонный. Поэтому надо, конечно, вот этим двум армиям объединяться при взятии города. Еще и Дейл. А прикиньте, Дейл захватить сразу, сходу, пока там никого нету. Порды. А, это Порт Дейла. Да, это Дейл, Порт Дейла. Здесь же нет города, правильно, я так понял? Нет, есть, вот еще. Эстрагон. Еще, блядь. Да у вас говно, а не армия. Вот эти эрлы. Вот эти парни серьезные, да. Ну, на этих серьезных парней есть Назгулы. Да, со следующего хода. Сейчас я потеряю крепость, видимо. Здесь остается у меня пока. Хотя, блядь, почему бы не ударить? Не, вот здесь вот парняка еще есть. А если он меня с двух сторон зажмет? Ты можешь дойти куда-нибудь? А ты, блин, не показывается. Ну, до этого я сегодня... Нет, все равно не достану. Так, вот тут... Эть. Смерть или разрушение? Все получилось. Все получилось. Не хочу терять убивцев, поэтому сохраняйся, что будет загружаться. Командир Вульф Шмульф. Давайте, командир Вульфшмуль. Просто... О, командир, просто качайся. Есть, покачался. Не покачался, да ни хрена. А здесь у меня убийцы работают. Качаются? Давайте, покачайтесь. 90% стопудов должно получиться. Получилось. Не прокачался, да ни хрена. Так, а вот здесь вот. 53, то есть ты... Ну, ладно, если ты сдохнешь, значит, твоя судьба такая. Нет, смотри-ка. И не качнулся. Хороший, блин, смертная тень. Крутой убийца. Как так? Ну, мудень, а? Ты посмотри на него. Так, вот и третья армия. Такая. Говноармия, конечно. Блять, здесь, конечно, открытый фланг. Если они подойдут. Ну, не знаю, посмотрим. Флоремба. Бежит. Раз, два.
Три. Через три хода только доберется до фронта. И пойдешь-ка ты сюда сразу, Дейл, жарить. О! Вот этих ребят, наверное, нет на следующем ходу. Они бесплатные. Обязательно. Пуру-пуру-пуру-пуру-пуру. Да. Ну, наконец-то дошел губернатор. Правда, куда мне тебя послать-то? Вот так вот, хорошо, двигаемся. Блин, чем больше империя, я заметил, тем сложнее прям управлять. Ну, это я такой, знаешь, капитан очевидности. Понятно, что тяжело. Надо разбивать, конечно, их стеки. Вот они как-то вот что вот это вот, что вы хотите тут? Роха, как-то я не... О, смотри-ка. Сучамбыч-то какой, смотри какой, а. Да ладно, блядь, нет, сука, надо загружаться. Твою мать, вот это прям совсем неприятно. Ой, неприятно. Ну, сейчас, хотя, с другой стороны, сейчас кто-то, блядь, что делать? Но какой, а? В атаку перешел. Так, все, штыкатык, давай помогать. Где-то я стратегически облажался. Надо срочно строить новую армию для третьего Назгула. Да. Ё-моё. Не, загружаться, конечно, не буду. Ничего страшного не произошло. Опа, блядь! Опа! Вот это поворот. Все. Вот эта туса мне сейчас наваляет прям таких пиздюлей. Да, захлебнется сейчас. Захлебнется мое нападение. Что, мирный договор? Может быть. Может быть. Нет, нихера. А, так это понятно. Лотлоренский. Блять, тут ты ублюдок, сука. Пидорасы. Да. Раскидал я свои войска до такой степени, что придется все-таки немножко снизить экспансию. Да ну какое там? Да ну что вы, понятно, что это поражение. Против эльфов-то, ё-моё. Ну да, ну хорошо, хорошо. Я понял, господа. Я понял. Да. Властелин, блядь, помог бы хоть чем-нибудь. Чем-нибудь помог бы хоть чем-нибудь. О, смотри-ка. Так, новое задание. Чё? Расширить. Да, может, пришло время умерить свой пыл, блин. Да. Четыре фронта. На четыре фронта я не смогу биться. Я, скорее всего, потеряю все вот эти темы. Надо уходить. Ну, здесь эта херня. Вот здесь заику зажали, конечно. Зажали заику, сука, за яйца. Горные тролли, там все это здорово. Все это, сука, здорово. О, 13 тысяч. Ни хреново. Расширился что-то там. И бог с ним. Сейчас надо подумать о другом. Амбухан. Вот, хорошо. Святыня Мелькора. Тоже хорошо. Да, ребят. Вот это вот, что у нас? Full stack. Full stack эльфов. Они меня, блядь, снесут нахер.
даже с Алукхайми. Слишком мы потрепаны. Ну и здесь я, скорее всего, если я и победю, то у меня здесь армии не останется. А, блять, как-то снабжать. У меня выбора особо нету, конечно. Да, надо брать, конечно, эту крепость. Надо брать эту крепость. Она тут прям как форпост хороший будет. Долгундурских ресурсов на всех не хватает. Да. Ну, тут я сейчас наваляю. Потеряю крепость, могу отбить ее. Флоремба... Флоремба. Пойдет наверх, Флоремба пойдет. Пойдет Дейл жарить сюда, вот так вот. Здесь еще большое эльфийское поселение, да? Ой, какой выбор-то неприятный. Тяжело. Поселение занято. Да я понял уже все. Ну, заняли, заняли, че. Хуй с вами. Ешьте. Лотлориан, да. С ними война началась. Значит так, если я буду потерять вот эти поселения и замки, тут надо перекрывать точно переход. С этой стороны-то вряд ли кто-нибудь так надумает. Вот здесь надо перекрываться. Понятное дело. Видимо, захлебнулась моя экспансия на Рохан пока. Все никак не могу я ее, блин, продлить. Катапульта, это она еще будет идти миллион лет. Да ж ты, котыка. Давай сюда, что ли. Здесь, значит, у нас... Ну, здесь с Дейлом эти разборки. Ты уже взял бы все спокойно сразу, господи, что ж ты-то? Вот это прям... Вот это прям говно говнистое. Ой, я забыл, на прошлом ходу надо было навалять. Куда вы все делись-то, блядь? Где вы? Где вы, ребят? Вот вы. Здесь еще этот хер, князь Гелион. А, подкрепление надо. Подкрепление и надежда. Но это невозможно будет. Целый стек мне не одолеть. Я, скорее всего, потеряю здесь армию. Ой-ой-ой-ой-ой, как же так, а? Четыре фронта, блять, ребята, что делается? Как быть, как быть? Тяжело. Хуяси. Давайте, чё. Дейл, все, с Дейлом проблем не будет. Серьезно, с Дейлом вообще никаких проблем не будет. Не какие-то лохи, вообще просто какие-то дикие. Дичайшие. Так, вы, значит... Ой, это как хорошее место, да? Значит... Давайте уйдите все пока нахер отсюда. Надо, значит, вот вас поставить как-нибудь на высоту, да? Ну, вот сюда вот, например. Неплохо будет смотреться. Прям зашибись, я бы сказал. Они где-то там будут стоять, да, скорее всего. Ну, вот так вот, да. Хорошо. Так, лучнички. Лучнички, лучнички, лучнички. Убегать не надо, как обычно. И стоим где-нибудь вот. Чуть-чуть. Чуть-чуть вот так вот. Блин, не будет они так стоят. Не будет он и так стоять. Значит, так и будет все. И вот так вот стоите здесь тоже. Тут вот так вот, например, да. Вот так вот. Распределим потом. Вот эти сзади, как обычно. Давай. Что они говорят? Так, в лесу. Тролли. Тролльчамбы. Тролльчамбы тоже здесь. Все. Так вот, сзади. Сзади катапульт.
Ну, естественно, они, как обычно, чуть-чуть сбоку. Хорошо. Итак. Чуть-чуть, не чуть-чуть. Выстраиваемся вот так вот. Немножечко, да? И бегом. Пардон, вот так вот я забыл кое-что сделать. А потом вот так вот, да? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Лучники. Лучники, лучники, лучнички. А что такое? Все понятно. С высотами не дружим, да? Ясно все. Ой-ой-ой-ой. Так, вот эти ребята. Вот тут. И вторые ребята, которые, скорее всего, не пригодятся, конечно, в оборонительных действиях. Вот тут. Сюда. Давай. Тральчамба, блин, 8, а? Было 9. Какой-то сраный чардж. Все испортил. В лесу. Да, в лесу тролли спрятались. Конечно. Сюда давайте. Стоят они, да? Стоят, не двигаются, правильно? Сейчас пока мы выстрелим сначала чуть-чуть, да. Ну-ка, достают. Не все, катапульты достают, хорошо. Катапульты достают. Давай вот сюда вот. А ты просто. О, встали. Так, 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 так. Что такое? Кто сказал там что там что? Кто что сказал? Все. Просто стоим и все. Стоим и стреляем, все. Блин, бред какой-то. О, поехали ты, ё-моё, а. Я-то думал. Эти почему-то не стреляют. А чё вы не стреляете-то? Вот так вот встаньте, что ли, не знаю. Хорошо. Ах, жвак, жвак. Хорошо. Ой, хорошо. Спасибо, крутяк. Хотя, блин, тоже от этих осадных орудий толку по большому счету. Все, давайте, палите. Куда они пошли? Куда? Вот, приложилось там здорово, да? Прям, ох, прям хорошо. Они так решили перестроиться, да? Ну, понятно, хорошо. Сделаем вот так вот, не проблема. Вот так вот, окей. Только быстро. Тоже повыше встанем, хорошо. Как скажете, только быстро. Давай, 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 ребят, перебегайте быстрее, быстрее, быстрее. Мимо. Хорош, прям отлично вообще. Вот не чуть-чуть, а? Ой, хорош, хорош. Слушайте, катапульты прям вот это огонь. Что вот это я вообще не понимаю, что стреляете вы, блядь, не стреляете, что вы делаете? Не стреляете вы нихера. Так, подкрепление типа, да? Сюда давайте двигайте. Ребят, чуть-чуть меняем здесь локацию, чуть-чуть. Опа! Опа-опа! Америка, немножечко Европа, да?
Давайте сюда. Легкие всадники прям попали под... Блин, что такое-то, ё-моё. Они убегут в панике. Все, 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 не трогаем их. Все, хорош. Все, зашибись, все как надо. Все получилось как надо. Все, хорош, 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 хорош. Хорошо. Блядь, ты что творишь, твою мать, катапульта, блядь. Вы видали? Прям приложит. Бля, вот, вот реально, вот мне такое ощущение, что вот что-то вот эти вот парни, конкретно вот эти вот, да? Они что-то оркам сделали, сожрали их обед, я не знаю, что-нибудь... Спиздили какого-нибудь пленного человека из кармана. Я не знаю, они прям вот не любят. Не любят прям вот категорически. Сука, ну это как надо так промазать? Прям, прям в жахло своим. Они... Пипе. Ребята, алё, харе! Харе, блядь! Сюда, езжайте, просто езжайте. Тихонечко и сапой такой. Езжайте, тихонечко и сапой, все. Пиздец. Блять, так нельзя. Так дела не делаются. Давайте на легких всадников. Так, ребят. Ты видал? Видал, что хотят? Моих троллей хотят напасть, блядь. Пошли в жопу, не получится ничего. Все, давай, 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 давай. Все, все, все. Вот так вот, да. Котница Дейла, блядь. Ебать, все равно все-таки достали, а? Твари, блядь. Сожрать вот их. Все, снять защиту, сожрать. Потрясены, блядь. Ой. Все, пришли мои назгулы, блин. Покричали, блядь, обосрались. Нет, не обосрались. А должны были, по идее. Да плевать, 38, хуя себе, все меньше и меньше. А мы отступим. А мы, сука, отступим. Все нормально. Так. Это что такое? Опять? Зачинщики перезаряжают. Так, сюда давайте. Стойте, в принципе, с другой стороны. Тут там как у нас дела-то, я не понял. 6, блядь, ну как так? Ну что за пиздец? Ну почему вами невозможно? Почему вы такие тупые, блядь, упыри? Да, тролли, вот. Так, все. Я все уже понял, блядь. Троллей, блядь, нельзя ставить. Троллей нельзя ставить ни в коем случае во фланг. Это прям смертоубийственно все. Все. Бессмысленно, блядь. Убить нахуй всех, блядь. Что там, мечники Дейлы? Что вы хотите, блядь? Куда вы там? Что вы там? Ну, смотри-ка, Жахлова идет вовсю, да? Давайте, Жахлова. Где там мои вон? Нападайте вот этим ребятам. Эти попадосы такие прям. Попечальные. Давай, давай, давай. Сюда вот побежали. Что вы стоите? Все, давайте сюда. Все, 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 все. Помчались. Все, бегут сломленные. Да они все уже побежали. Все, давайте в атаку уже. Все понятно с ними. Все. Ломанутся сейчас. Не колеблются. Там что-то с ними происходит. Все понятно. Все. Давайте, лесовики ведут огонь. Здесь кавалерия, да, должна быть? Вот на них, блядь. Еще какой-то кусок говна. Вот сюда давай. Без защиты. Ой. Катапульта прям вообще расстраивает меня, а? Вот отличная вещь. Ну как можно... Вот сюда давай. Ну как можно так тупить? Как можно было попасть прям по своим, прям? Ну реально, какой-то конфликт у них, походу. Какой-то внутренний конфликт. Что-то они там друг с дружкой не поделили. Что-то вот стопудово. Так, ты куда бежишь? Ты бежишь нахуй, да? Вот сюда ты бежишь. Давай. Отступил. Возвращайся. Дейл. Да вот можно... Похуй куда, в принципе. Сюда давай пока. Ну и вот сюда давай, беги, блин, там кто-то вот сюда, блин, зачинщик, и все. Все пошли в атаку, да, все, пора. Сейчас они все побегут. Понятное дело. Все, сейчас все отсюда.
Блин, да что ж такое-то, ё-моё. Сожрать. Да все, уже стрелять уже не надо. Не надо стрелять, я знаю вас, блядь. Вы умеете, блядь, это делать. Шесть, блядь. Ё-моё, как так, а? Сломленные в панике бегут. Вот, вот за кем надо. Вот их надо догнать. Реально они мерзотные. Вот, речная стража, кстати. Давайте-ка вот за ними сейчас все побегут и все. Не-не-не, вот за этими надо все-таки. Они сейчас вот в обход и опять на моих лучников. Так, опять кто-то расслабился опять. Что ты, блядь, расслабился? Давай, речная стража. Так, а тут-то почему отдыхаем? А, это второй, боковые, давайте уже. Бегите, пофиг уже куда. Вот, хорошо повернул, все правильно сделал. Тут раз подача, переподача. Жри давай их даже. Все, бегут они. Давай, так, беги за этим. Давай, 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 давай. Так, почему пешком? Давайте. Давай вот на них, они почему-то не убегают. Стоят, что-то тупят, блядь. Догнал, убил, все. На, все. Все, хорош. Вот на этих давай, все. Давай, давай, 75. Давай, 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 догнал, убил, все, поехали. Блять, что думает нахуй? Ты хуели что ли, блядь? Все, обосрались, все. Обосрались, убежали, все. Все, кто тут еще остался? Тоже мне драка. Смотри-ка, еще кто-то бегает. Тут, а сто пудов какие-то, какая-то туса. Стрелки 64, 65, 29. Где у нас еще тут? Эти убегают. Эти, блядь, колеблются. Ну, сейчас они будут не колеба... О, смотри-ка, блядь. Вот-вот это вот мне не нравится, блядь. Вот это прям говно. Вот на этих налететь. Вот на этих. Открыть огонь заново. Вот они тут решили, да? Пока все убежали, мы придем. Вот, трольчабы, трольчаги. Вот сюда вот. Пусть обосрутся. Давай, 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 давай. Есть. Хорош. Блин, все, 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 все. Я пошутил. Все, стрелять больше не надо. Да, нет, уж сожрем тогда уж все. Осталось немножко тут. Все, всех съели, всех съели, все. Кто у нас еще остался? Вот. 29. Ну, мало, конечно. Такие 57 человек. Два. Два парня. Все, съели. Да уже ладно, уже все. Пофиг. Честное слово, уже все равно уже. Дожидаемся финала. Да! Прям катапульты поссорились с моими копеечками, с этими, с макаронами. С длинными макаронами они поссорились. Чё-то не поделили. Ну, 133, в принципе, классическое, то же самое. Хотя, мне кажется, да не знаю, нормально. Нормально, на самом деле. Орки брызги. Ерунда это все.
совершенно нормальное соотношение потерь. Другой вопрос, что теперь мне надо как-то сворачивать. Да пошли все в жопу, всех убить. Все, Дейл отбросили. Доспек северянина. Я ща вот устрою вам. С Дейлом-то мы можем, а вот с эльфами... Может, с эльфами, например, сука, мирный договор? Просто вкусный здесь город. Я могу его взять. И Олухай подходит. Да, берем, конечно. Правда, потом наверх пойдут, наверное, отбивать. Посмотрим, что будет. Здесь... Можно сюда пойти. Блин, вот это вот, конечно, туса прям такая вообще... Ой, неприятная. И мне даже противопоставить ей некого. Некого. Прям реально некого. Здесь еще, блин, такая засада с заикой получилась. Вот это ладно. Ну, вот, в принципе, кстати... Можно тут на переправе, а мне неким. Кавалерия, у меня копейщики есть, лучников нет, этих с кольями. Это, конечно, фигня. Да. Видимо, придется отступать в своей экспансии. Закрываться в двух точках, вот здесь вот. Вот здесь и здесь. И не лезть пока на Рохан. Видимо, надо сначала расправиться с Дейлом. Тьфу ты, блядь, еще эти вы... Оль... Четыре фронта. Как мне воевать с ними на четырех фронтах? Растянул я себя. Растянул границы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо вот это брать, конечно. Давайте это мы проверим в следующей серии. Кстати, перед тем, как в следующей серии, мы успеем поговорить, например, вот, предположим, мирный договор. Перемирие. Серьезно, блядь? Сегодня по карте... Да, я не буду с ними перемирие делать. Я так долго шел к этому, еще сделал с ними перемирие. Вот, да, пошли бы в жопу. Я как-нибудь все-таки справлюсь, я думаю. Будет тяжело, я не спорю. Я, наверное, потеряю армию целую. Но и вы потеряете стек. Я дожму вас, эльфы. Эльфов надо дожимать. Если это... Вот, блядь, с кем мне надо помириться? Вернее, союз. Война, да? Это вы тоже нас насрать. Вот с кем мне надо поговорить. Союз устроить с ними. Вот это я, наверное, потеряю тоже. Тоже плевать. Вот это терять не хочется, в принципе. Хотя, плевать. Плевать. Главное, вот это не потерять. Это мой опорный пункт, он не нужен. На остальных насрать. Так, в следующей серии у нас будет участвовать Заика. Штыкотык вот этому наваляет. Тут же перейдет сюда, чтобы отвлечь на себя силы. То, что здесь я уже можно насрать на этот город. Пофиг. Главные, главные узлы здесь. Вот это надо забрать, главный узел. И вот это. А вам и до раз. И все. Даже в херму упать не пойду пока. Вот здесь... Ну, здесь один человек спокойно держит границы с Дейлом. Правда, здесь потеряли. Да и плевать, сюда никто не полезет. Вряд ли. А если полезет, да и лезьте вы, ради бога. Дейл это хер с ним. Главное, чтобы эльфы не полезли. Не отвоевали свое говно. Эльфы-то серьезные. Дейл это отстой. Потом Флорема подойдет. И... От Дейла не останется ничего. Флорема, блин, быстренько. Имеем. А здесь придется, видимо, отступать. Если здесь идет. Скорее всего, надо будет отступить вот в эти два города. Поднакопиться и снова провести контратаку. Ну, в общем, друзья мои, боюсь, что это на 80-м ходу будет доктрина другая совсем. Придется перестраивать. Перестраивать свою доктрину на оборонительную. Скорее всего, так. Денег, кстати, достаточно. Это гуд прям. Прям отлично. 13 тысяч. То есть, насчет, как бы... Да. Армию, мясо, всего этого мне хватит на много.
Денег мне хватит, чтобы сделать армии еще новые, там, засыпать их новым мясом, еще чем-нибудь. Этого всего хватит. Ну что ж, спасибо, друзья, за просмотры. Ставьте лайки, обязательно комментируйте. И до следующих встреч. Любите эту игру. Пока-пока.